мне друг сказал, что кирешки с пивом клюют хорошо. Но на алкаша никакого не поймать. Это вот на кириешку и на пиво. Ну, они нас не поймал, мы сейчас тоже. Там много. Вот там вообще людей нету, там можно ловить. Мне друг вот сказал, вот на этом углу, говорит, надо ловить. Вообще никто не ловит. Я себе. Это новый уровень пранка. Сосиски не грыл. Да-да-да, ребят, ролика давно не было. Дело в том, что все это время мы снимали пятую часть «Притворился новичком на рыбалке». Если кто не смотрел первые четыре, вот тут сейчас где-то появится ссылочка, зацените. Короче, две недели мы ищем рыбаков, но аномальная жара просто всех распугала. И на озерах теперь только купаются и загорают. А что если устроить пранк прямо посреди вот этой пляжной вечеринки? Я прихожу на пляж, притворяюсь рыбачком-дурачком. Мало того, что закидываю удочку прямо вот посреди вот этих купающихся в труселях, так еще и пытаюсь поймать на кириешки с пивом. Но у меня есть один козырь в рукаве. В этот ролик я позвал водолаза, чтобы он прямо под водой насаживал рыбку прямо на мой крючок. На глазах у этих изумленных людей вытаскиваю просто гигантских карпов по 5 килограмм. Но перед просмотром поставьте лайк, напишите комментарий и оформите подписочку. Ведь на 500 тысяч подписчиков я сбрею свою вот эту вот шелковистую, ароматную, бесподобную. А, ребят, совсем забыл сказать, досмотрите видео до конца, там буду отпускать 100 карпов и 2 амурчика. Короче, будет интересно. Мы тут усилились, купили компрессор для рыбки, чтобы у нас происходила, так сказать, аэрация воздуха, и рыбка жила дольше. А то у нас иногда карпики приезжали такие подтортанные. В общем, суть в чем? Вот эту фиговину мы подключаем в прикуриватель, от нее получаем 220 вольт и запитываем компрессор. А компрессор нам дает кислород для наших рыбок. Вот эту штуку сюда подключаем. Компрессор для рыбок. Кстати, очень дорогая фигурина, между прочим. Сейчас покажу, как пузырьки идут, смотри. Да. Во. Все, рыбка просто будет как дома. Купили мобиль, вы этого не видели. Сейчас купили еще 4 карасика. В общем, цель — поймать много рыбы. Кто не понял, что происходит, мы грузим рыбу без палива в воду, потому что пранк будем делать там. Если там увидят, что мы с рыбой, все пропало. Водолаз пошел. Командир, что здесь что-то плывет? Не знаю. А, ты первый раз? Ну, удочку сделал, сейчас попробую, не знаю, что. Мужики, а можете пиво на кириешку плескануть, это пиво размочить? Серьезно? Мне друг сказал, что кириешки с пивом клюют хорошо. Ну, на алкаша никакого не поймать. А то оп, нахуй, все. Оп. От удочки ручка отвалилась. Рыбе есть? Я первый раз, я не знаю. Вон, кириешки купил, наживил, пивом полил. Мне друг просто сказал, пиво с кириешкой, говорит, ловит хорошо. Грузило легкое, не могу, блядь, закинуть, когда надо. Темно уже. Народ-то весь разошелся, ну, смотри, никого нет. Где дырка? Здесь? Короче, завтра приду рыбачить еще. Сегодня что-то не клюет. Ты что, дурак, блядь? Слышал, Вадим, интересно? Мы домой идем, а Вадим так и будет сидеть. Че, ручка отвалилась где-то здесь. Первые попытки, прикинь. Вадимыч. Сейчас надел очки, типа закосить под ботаник. В
Кириешка, Кириешка, ты ее рыбулька съешь-ка. Как на дебила смотрит. Мамочка, ты меня поймал, теперь я твоя. Забирай меня, пожарь меня. Жена увидит мне пизду. Пацаны, а можно попросить у вас пиво налить? Я на кириешке рыбачу, на пивом разбавить немножко. Чуть-чуть, да, чуть-чуть полей, мне немножко надо размочить. Во, спасибо. Поймал хоть что-нибудь? Не, я сейчас попробую. Выдру не поймайте, тут выдр будет. А, выдру я видел, да. А удочку бы не сожрал. Вчера только купил, сам, короче, рыбу. Мало, максимум такая вот рыба, там небольшая. Вот, и он мне сказал на кириешке, говорит, пивом размочи, а я пиво забыл взять. Так, там вообще людей нет. Много. Вот там вообще людей нету, там можно ловить. Мне друг вот сказал, вот на этом углу, говорит, надо ловить. Вообще никто не ловит. Сейчас попробую. Пиво, может, покатит, не знаю. Карась! Ты кириешь, кстати? Ну? Поймал, мужики! Поймал? Поймал! Ну-ка, покажи нам! Карп, вот на пиво! Только полил! Да, карп, да. Это карп! Карась? Карп! Карп. А пивом поливай! А что, маленький? Нет, нормальный! На пиво, кириешками, кириешкой были, я плевал, не ловилось. Пивом полил, он у мужиков взял, сразу ничего клюнул. Себе. Да неужели на пиво? Да, пивом полил кириешку и все, сразу клюнул. Ты смотри, а. Вон, кириешки, он взял, все, пивом вот полил, все, и это, попался. Да еще, наверное, сейчас на пиво с кириешками еще попробую. Пиво с кириешками. Пиво вредно для здоровья, кстати. Что там оставишь? Этот филе? Кириешки. Мне друг сказал, вот эти, говорит, с соусом тартар, говорит, бери. Вот на них, говорит, клюет хорошо. И только, говорит, пивом полей. Не знаю, я ловил прикормку с червей. Но он мне сказал, что на червей все ловят, говорит. На кириешки ловить, охуеть. С пивом. Я их на них стою. Еще и с пивом. Час не клюет. Вот пивом полил, сразу подсек. Штука. Клюет, да ну, еще не клюет. Она когда клюет, она вниз должна уходить. Это не обязательно, по-разному клюет. Бывает, я что идет. И это. Вы давно поймали? Она что выловила? Кириешки и пивом полил. Вот кириешки вот такие. Сухарики, что ли? Да. Вот такие. С соусом тартар, мне мужик сказал, бери с соусом тартар. И говорит, пивом обязательно полей. Как этот? Идет, по-моему, дергает. Давай, давай, давай. Подсекай. Подсекай, подсекай. Тяни, тяни, уже готово. Затащил под эту. Под эту тебя затащил. Зацепился. Затащил его под этот. Аккуратно, аккуратно. Зацепилась. Вон, ребята, голые, нырните, вытащите его. Чего? Она запуталась, тяни просто. То есть можно ей нырнуть? Ну, тут, наверное, нужно пояснить, что произошло. Вадим отпускает рыбку в воду, и эта рыбка каким-то образом запутывается за садок с другой рыбой. Мужики помогают мне, тянут за леску. В это время Вадим с другой стороны под понтоном тянет садок вместе с леской. И у мужиков создается полное впечатление, будто там огромный карп сидит. Хотя этот огромный карп — это наш водолаз Вадим, который с ними играл в перетягивание вот этого каната. Крючок обрывается, и мужики под полным впечатлением, что это сорвался огромный карп. А? Крокодил говорит, что это? Не, ушла. Оторвалась, да? Ай, сейчас я привяжу новый крючок. Крючок оторвался. Щелчком большой. Здорово. Отсюда достали? Да. Покажи мне еще раз эту пачку. Что? Вот на сухарики, на вот эти. Охренеть, я первый раз вижу. Вот на такие, с соусом тартаром. Мне знакомый рыбак говорит, бери соусом. Соленые огурцы с соусом. Да, и да, пивом, да, полить, да? И пивом, говорит, да, полей. Можно вот так сфотографировать. Нет, ну ты смотри, сейчас вот такого, говорит, впустил. Вот такого. Вот ребята, говорит, они видели, вот такого впустил. Да? Короче, большой карп, да, там где-то? Просто едем на разные, куда-то вдалеке, чтобы... И говорят, тут вот такие. Блядь, один, короче. Везде сидишь, вообще ни хера
А тут вообще вот народу плещется. И он, смотри, как. Да, ну сейчас мы его выловим. Не-не-не, он вообще большой. Вроде потянул. Не выдержит, конечно. Я его там. Втроем не смогли вытащить. Чтобы быстро. Я рыбак. Завяжешь? Я рыбак. Пиво налить? Да я уже налил. Пиво надо. Если плавать. Ловись, рыбка большая. Аж вот тут где-то сорвалась, да? Да, да, да. А здесь будем ловить. Он хуй туда передел. Сам не ожидал. Что-то аж руки трясутся. А ты не смог его резки. Надо брезка подсекать, да, когда? Вот, а вот. Пошла. Только да что? Пока она не этот еще. Надо, чтобы она углубила поплывок. Давай, углы. Все? Понесла. Давай, да. Ёбаный в рот. А как туда? Давай, тяните. За что она там цепляется? Вниз надо, блядь. Ой, Вадим. Вниз надо ее. Ебануться она там огромная. Давай. Она хуй вот тут, наверное, есть. Там сейчас рыба выплывет. Что там, блядь? Ух, нихуя себе. Блин, как его доставать? Держи, у меня подсак есть. Блять, какая же она мразь. Нихуя. Ничего себе. Молодец. Сказал мне, видели этого пидораса, блядь. Ого себе. Вот это акула. Поворот, да? Это что, карась, да? Давай еще. Положи туда. Давай еще, дурак. Туда не смотри, еще. Туда. Еще же я закидываю? Так, надо кириешку. Ты на мой пиво спасибо скажи. Спасибо тебе за пиво, вообще от души. Да, от души. У меня аж руки трясутся. Пиво, да? Да, пивом кириешку поливали и закидывали. Аж руки трясутся вообще. На кириешке с пивом, вон пивом полил. А кириешки, ну типа со вкусом каких-то, чесночек? Этот вот, соус тартар. Офигеть. Давай. Почему ты рвешь? Я вчера удочку купил только. Что-то не туда. Она оторвалась, вон кириешка. Сухарики? Пиво наливай туда. Где пиво? А все, уже мы налили. Да какое пиво лучше? А я не знаю, какое. Туборг, да, было? Туборг. На хлеб. Смотри, хлеб есть ли? На его пиво нальешь и пиво вот такое. Я сейчас тебе покажу. Вот такое пиво нальешь и сюда поставишь. Видишь? Ага. Кириешка. Кириешка. И туда на воду, блядь. На он раз поймает. Первый день ему он 6-килограммовый рыба. Как тебя зовут? Вова. Вова, когда он на удочку попадается, вот так. Ну-ка, попробуй. Попробуй. Есть? Есть. Во. Пошла. Давай. А что? Маленькая. Отойдите. Давай, аккуратно. Давай. Маленький. О! Ну как сказать, среднячок, да, пойдет. А, видишь? Твою же ты, блин. Видишь? А пиво закушай? Где это? Нет, вот пиво снизу. Даешь? На кирешку. Там есть еще? Что? Там же бросай, туда же, да? Дом там? Да. Их дом там. У них дом бывает, они семья. Маму поймали и еще. Сыновья идут, да? Да. Сыновья, сейчас папу, блядь. Рыбку. Жалко. Может соус тоже чуть-чуть добавить туда, нет? Ну он и уже с соусом тартар. Что-то сильно пошел, да? Да. Все? Подсекать? Да, подсекай. Подсекать? Не надо. Рано? Не рано, подсекай, я тебе говорю. Курите сейчас еще. Надо, чтобы она как следует заглотила наш твердая кириешка. Надо, чтобы она проживала. Сейчас утонет поплывок. Все. О! Утони. Все, пошла. Молодец! Вот, посмотрим. Тоже средненькая. Ну да, средняя. Давай, чили. Ну тоже, блядь, неплохая. Ну что ты ловишь? Кириешки, вон, с пивом. С пивом. Вот такие. Пошла. Это вот ты начал кидать. Это вот усадь, такие. Хуя ты, блядь. Я тут на червя сейчас просидел, нихуя не похож.
Я одна школа. На кириешки, короче. Он сказал кириешки взять. И то только вот не клевало. Потом, когда пиво насыпал туда, налил пиво, у мужиков попросил. Пивом смочил, вот тогда на кириешки он и пивом размачивал. А, размачиваешь, получается? Да, в пиве размачиваю и ловлю. Это на что? Это вот на кириешку и на пиво. Кириешку в пиве размочил и надел. Смотри, нас не поймал, мы сейчас тоже. Так, получается, покажи, на что ты вот на это? Вот кириешку я размачивал пивом. А, с пивом, а это сюда не приводит? Это соус вот сейчас пробовал, но ничего толку нет. Чай, вот такая кириешка. И просто на нее ловил, не получалось. Потом размочил пивом, сразу клюнул. Тут где надо, а ты говоришь, поехали в Карелию. Толкаш, наверное. Ну, молодец. На кириешке с пивом. Вот, кириешки пивом размочил. Все, налепил. Вчера приходил. Ну, я его размачивал, сначала плевал, ничего не ловилось. Потом мужики говорят, полейте пиво. Я полил, ну, она размякла чуть-чуть, я нашевил. Буквально минут 10 проходит, все, клюет. Да, разжевал. Ну да, да, размочил в пиве и получается нацепил. Кириешки эти с соусом тартар называют. Огуречные что-то там такое. 2, 3. Че, она тут у вас, да? Так, перевести денежки так, еще нужно остаток. Переводите, да? Да. Там сколько получается? 13, да? 13-100? 13-100, да. Тысячу я переводил. Ага. Все, спасибо большое. Мы на связи. Вон они. Карпятки, ребят. Карпики готовы к высадке. Ох, мы в комментариях там, наверное, наслушаемся про то, что мы неправильно высадили их. Сейчас вот потихонечку аэрацию сделаем. Прям живчики, да, чувствуете? Живчики, живчики. Вот так выглядят 100 карпов. Прикинь, то через какое-то время будут такие чушки. Ну все, теперь вот по методу Илоны Давыдовой добавляем местной водички. Адаптируем, так сказать. Вон они, смотри, мелочевка. Ребятки, карпятки, дал? Бля, такие прикольные. Водичку мы смешали, адаптировали. О, такие малявки. Все, короче, выпускаем 100 карпиков. Погнали. Вон они, поплыли. Так приятно выпускать вообще. Я еще, наверное, потом выпущу. Вообще кайф. На сосиску будешь приучен? На сосиску не клюет. Конечно. А тут сосисок хватает. Тут каждый, кому не лень, получит свою сосиску. Как своих детей отпустил. Че, короче, выпускаем 2 амурчиков. Смотри, амурчики поплыли.